Здравствуйте! Вы находитесь на канале «Школа кройки и шитья» Галины Коломейко. Мы начинаем серию видео о том, как устроено обучение точному ручному крою онлайн с обратной связью. Обратная связь – это значит, что в процессе обучения вы будете выполнять задания, а автор курса Галина Леонидовна Коломейко будет их проверять. Все учебные материалы – собраны на нашем сайте. Выполняя задания, вы будете отправлять их на проверку в чат Telegram, быстрые ответы получать в чате, а развернутый разбор каждого задания вы сможете посмотреть на вебинаре в прямом эфире. Все записи сохраняются. Смотреть и пересматривать учебные материалы и вебинары можно в любое удобное время и столько раз, сколько вам понадобится. В сегодняшнем обзоре рассмотрим курс «Шьем брюки вместе». Он рассчитан на 3 недели и состоит из 3 занятий. На первом занятии мы построим выкройку с учетом особенностей фигуры. В занятия входят 12 учебных видео. Мы узнаем, что такое хорошо сидящие и удобные брюки. Подробно разберем, какие мерки нам понадобятся и как их снять. Построим выкройку брюк с учетом особенностей, таких как широкие бедра, выпуклый живот, выступающие ягодицы. Посмотрев все видео, вы сможете построить правильную выкройку с учетом всех особенностей своей фигуры. Картинки, схемы, чертежи приведены в конце занятия в увеличенном размере. Вы сможете их пересмотреть. В конце первого занятия есть домашнее задание. Нужно построить выкройку в масштабе 1 к 4 по своим меркам с учетом особенностей фигуры и прислать на проверку Галине Леонидовне. На втором занятии вы выберете форму брюк в соответствии со своей фигурой и со своими потребностями. Вы выбираете форму, которая подходит именно вам. Что вы будете шить? Нарядные палаццо, классические прямые, узкие молодежные, брюки-бананы, а может быть комбинезон. На втором занятии у нас 10 учебных видео. Если ваша базовая выкройка одобрена преподавателем, вы построите выкройку в масштабе 1 к 1 и внесете изменения в соответствии с выбранной моделью. Раскроите и подготовите примерку. Это задание также будет проверено у каждого индивидуально в прямом эфире. Вы все получите обратную связь и, возможно, вам придется внести какие-то изменения. Третье занятие – это уже целая энциклопедия по технологии пошива брюк. Брюки очень требовательны к соблюдению технологии. Посмотрим, что внутри занятия. 15 подробных видеоуроков от технологии раскроя до обработки низа брюк. Бонусы этого занятия – дополнительные видео по обработке кармана с отрезным бочком и обработке гульфика. Посмотрим содержание этого занятия. Текстовый материал и учебное видео. Повторяем построение выкройки, но уже в масштабе 1 к 1. Смотрим, как правильно провести раскрой на ткани, какие сделать припуски, как сложить ткань, как работать с лекалами. Узнаем, как правильно сметывать брюки. Увидим технологию проведения примерки. Возможно, придется внести какие-то изменения. И переходим к процессу пошива. Стачивание, обметывание, утюжка.
показано на конкретном изделии. Можем посмотреть. Я сейчас постараюсь выйти все равно из положения. Поутюжу хотя бы вот этот вот кусочек. На самом деле... Очень подробно на конкретном изделии. Два очень важных этапа – это осноровка брюк. Как ее выполнить, показано в отдельных видео. Возможно, потребуется проведение второй примерки. И, возможно, вы не успеете за наш короткий курс полностью дошить брючки. Но проверку посадки, примерку проведет каждая. Третий урок будет вашей энциклопедией и вашим проводником в то время, когда вы будете заниматься, собственно, пошивом брюк. Как происходит обратная связь? Все задания проверяет автор курса, эксперт точного ручного кроя Галина Леонидовна Коломейко. Для быстрых индивидуальных ответов у нас создан специальный чат в Telegram. В течение дня вы обязательно получите обратную связь по своему конкретному вопросу. Вы пришлете вопрос или фотографию с чертежом, или с примеркой. Для получения более развернутого ответа вы будете присылать свои вопросы, фотографии чертежей и примерок нашему администратору Елене. А на прямом эфире Галина Леонидовна подробно ответит на ваши вопросы и покажет, какие изменения нужно вам внести. Записи эфиров сохраняются, и их можно пересматривать в любое удобное для вас время. И учебные материалы, и записи эфиров сохраняются у вас навсегда. Доступ к ним вы будете иметь через личный кабинет на нашем сайте, через кнопку «Войти». Смотрите, пересматривайте в удобное для вас время любые нужные вам записи. Так устроен экспресс-курс «Шьем брюки вместе». Техническую помощь и поддержку вы всегда можете получить от администратора Елены через сообщение в Telegram или в WhatsApp. Учитесь с нами, и вы будете шить с удовольствием, красиво и быстро. Если у вас остались вопросы, вы можете написать их в комментариях к этому видео.